Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Бегом на тренировку и забираем наш отряд. Мы забрали и сразу же его отправляем обратно. Так, арена, давай посмотрим, что у нас в магазине. В магазине нас встречает бесплатно ракетный бот собственной персоны. А за арену мы получаем... Так, 21 карточка на рощу. Так, и выпадает нам вот толкатель. Толкатель — это всегда хорошо, потому что толкатель, ребята, у нас не прокачан. Награда высшего уровня — ведьма. Слушай, ну ведьма у нас уже прокачана по фулке, но тем не менее все равно давай сыграем на арене. Лишним это не будет. Кого бы нам взять? Ну, давай вот этот отрядик. Он у нас практически все время присутствует на аренах, так что... У нас есть фехтовальщик, который довольно крутой чувак. Бомбит он быстро и идет он быстро к цели. Так что мы его выпускаем. Пускай он марширует и уничтожает вражеский замок. А в данный момент именно пилон. Все. Даже никто не вышел, прикинь. Просто никого не выпустили к нам навстречу. Он подошел и уничтожил замок в одно лицо. Так, ребята, здесь у нас король. Но король, я вот, честно говоря... Тьфу-ты, куда я лезу? Я, честно говоря, не помню. У нас король вообще прокачан? По-моему, прокачан. Причем полностью. Так, король. Да, ребят. Король у нас имеет 5 звезд. У нас даже в излишке 317 карточек. Поэтому я на это событие не пойду. А пойдем-ка мы лучше, наверное, на задание. Так, мы остановились на территории нежити. Ничего себе, остановились. Мы только начали. Так скажу лучше. Ну что, я вижу здесь зомби, некро и зомби-камикадзе. Так, расстояние здесь маленькое, по-моему, будет. Я, наверное, начну... Слушай, а что я начну? Давай вот с этой армии и начнем. Противостоять зомби у нас может с тобой фехтовальщик, насколько я помню. Но желательно бы, конечно, вызвать нам баллисту. Баллиста будет... Так, начинает нервотрепка. Баллиста, выходи. Так, а вот здесь вот, вот это вот не надо, пожалуйста, зомбарь. Куда ты прешь? Так, баллиста. Так, дай энергию. Отлично. Так, выпускать фехтовальщика стоит, не стоит? По-моему, пока не стоит. А вот грифу я вызову. Так, еще одного вызовем с тобой на всякий случай. Джиггернаута, пускай он тут ходит. И что творит. Так, баллисту еще одну позову. Это будет наш гарант тотального уничтожения. Да, все. Все, друзья мои, даже не помог ни некро, ни зомби-камикадзе. Никто. А мы с собой спокойненько идем дальше. Предпоследняя миссия здесь у них. Вот мне не нравится, что тут чумная мышь. Возьму-ка я, наверное, вот этот отряд. Правда, вот против некро очень тяжело драться именно вот таким отрядом. Почему? Объясняю, ребят. Некро вызывает вот эти вот мелкие черепки, которые, ну ты видел, да? Бегут там, ползут. И они очень много наносят дамага. Очень много наносят дамага именно моим танком. Вот здесь хорошо. Вот мне понравилось прям, как ползун врезался в эту некро. Некро даже не успела ничего вызвать. Понимаешь, да? К чему я? Такс. Ну, слушай, тут, по-моему, все. Базу мы сейчас быстренько разнесем.
себе. Ну и последний этап. Последний этап у нас здесь будет кто? Жнец. Так, против жнеца. Ну давай, наверное, возьмем топовый отрядик наш. И будем мочить, 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 еще раз мочить нашего вражину со своей криптой. Ну и что-то вышел. Что-то вот вышел, скажи. Так, ребят. Вот это вот будет похуже, потому что тут и зомби-камикадзе. Ох, сейчас двоих положат. Хотя, слушай, вроде бы нормально все. Ну, понятное дело. Как меня этот призрак выбешивает, просто выбешивает, ребят. Что-то я не вижу, кстати, этого. Да, он не успел выйти. Жнец так и не появился. Ну, что я тебе скажу, он нам облегчил нашу задачу. Мы переходим с тобой на следующий этап. Здесь нам выпадает Банши. 9 кристаллов, ну, короче, замок и территория захватчиков. Территория захватчиков. Ну что, я могу, наверное, предложить взять вот этот отряд. Да, я не спорю, здесь будет у него страж идти. Страж — это, ну, довольно мерзкий типок. Если мы даже возьмем с тобой Джиггернаута, вряд ли он здесь нам поможет, вряд ли он тут справится. Нам надо будет сразу брать баллисту. С баллистой, конечно же, все намного проще и лучше. А если еще вот так сделать, то вообще топово. Ну а дальше сам видишь, какая тут песня идет. 3 секунды, и замка как будто не бывало. Ну что, переходим на вторую фазу. На второй фазе у нас кто прибавляется? Тритон. Ничего страшного в нем нету. Тритон как тритон. Успеет ли он воспользоваться своим бафом? Это вопрос. А я пока спокойненько себе фармлю манну, как ты видишь. Вот он, вышел. Первый вышел. Поехали. Так, ну естественно, вызываем баллисту и сразу же бросаем вот так вот клетку. Тритон стоит, естественно, он ничего сделать не может, потому что он бафает только реальную живую цель, а не которая там поймана в клетке или еще что-нибудь. И сам по себе он не может наносить никакого урона. Все. Да, тут какие-то ребята у нас слабенькие противнички достались. Ну что, мы продвигаемся с тобой потихоньку дальше. Так, а вот бородавочник уже это не смешно. Бородавочник со своим супер-пупер ускорением может нам нанести ущерба очень много. Поэтому давай проверим. Вот, 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 я о чем тебе и говорил. Смотри, бежит. Тут нам понадобится паладин. Как же он бомбит сильно, а, ребят? Вот серьезно говорю, он очень сильно дамажит. Ну и куда ты там собрался разогнаться, а? Скажи-ка мне, пожалуйста. Просто вышвырнул всех, прикинь. Так, давай-давай-давай-давай, пробиваем-пробиваем. Теперь этого хламона. Ну, в принципе, можно сказать, что здесь победа. Можно ускоряться спокойно.
Ну а что он хотел? Он думал, что я буду тут смотреть и любоваться на него? Нет, конечно. Хищнец. Ну, хищница мы уже знаем, как контролировать, поэтому, ребят, ничего новенького здесь не будет. Вот он, идет попрыгунчик. Сейчас будем его ловить. Вот и все. Ну, он сейчас будет следующего вызывать, это, в общем, по стандарту все. Дальше вызываем с тобой паладина, который разберется с ним с полтычка. Ну и так далее и тому подобное. Бубух. Так, вот это уже что-то новенькое. Так, у нас, смотри, что есть. У нас был ураганчик. Он, правда, пролетел мимо наших целей. Посмотрите, что делает. Отражение вешает. Так, подожди, я не помню. Это еще один страж вышел. Так, вот это уже ненормально. Фига там вознюка у нас была. Два стража успел вызвать. Но все равно мы их поражали. Последний этап. И здесь у нас смотритель. Сейчас мы этому смотрителю быстренько глаз на одно место натянем. Пускай даже не радуется. Тишина. Так, ну этот вышел спокойно. Ладно, ребят, пускай идет потихонечку. Блин, а вот это уже хуже. Вот и все. Так, и хочу я позвать ведьму. Ты посмотри, как бьет, а? Все, ребята, ведьмочку я позвал. Сейчас ведьма тут разберется. Чего? Успел перепрыгнуть, прикинь, ханурик какой. А вот, ребята, и смотритель собственной персоны. Явился на запылился. Есть. Все? Это, считай, крышка ему. Тут и когтистого призывала ведьма, и зомби. Полный отряд, короче. Ну что, захватчика сундук. Забираем. И ничего хорошего для нас там не выпало. Ну что, территория подданных, как ты видишь. И встречает нас крестьянин плюс паладин. Крестьянин плюс паладин. Ну давай, наверное, вот этот отряд будем доигрывать. Тут у нас есть щитобот, который будет смело прикрывать молотильщик. Окей. А вот и паладин вышел. Мы тоже своего паладина отправим, естественно, ребят. Так, бомбим. Нет, 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 нет. Ты посмотри, что творит, а? Да, друзья мои, мы сфейлимся, к сожалению. Потому что нам нанесли урон, а мне нужно призвать друидку. Она не успеет захилять мне замок. Твою налево. Как этот мелкий проныра-то пробежал, а? Скажи-ка мне на милость, я что-то не понял. Трындец, на ровном месте сфейлиться надо было, а? Ты че на первом этапе? Как он пробежал? Тем более там у меня всадник на журавле стоял. Так, подожди.
Не понимаю. Не понимаю, как он там все-таки прошел. Ладно. Не хочет по-хорошему, будем по-плохому. Может быть, вот так вот я притянул, и он... О, да, вот так вот он, скорее всего, ребята, и проехал, точно. Вот так он, наверное, и прошел в тот раз. Ну, в этот раз ему не повезет. Потому что мы пресекли этого мелкого крестьянина. Так что в первый раз прокатило, во второй раз, естественно, не прокатит. Поехали. Нам этот копейщик здесь вообще по барабану. Квест завершен, тактик. Угу. Квест тактик был завершен только что. Ну что, я думаю, тот же самый абсолютно будет отряд. Я тоже вызову сейчас. Блин. Блин, блинский. Так, ребята, что-то совсем не в тему. Хорошо. Так, я сейчас попробую призвать друидку. Все, она вышла. Поехали. Так, паладин там буянит. Это все забираем и дальше двигаемся. По-моему, тут можно уже ускоряться. Вообще, вообще быстро. Так, а что у нас тут? А, квест, квест завершен. Да-да-да. Погнали далее. Так, а у нас энергия тут закончилась. Вот здесь есть. И вот здесь. Так, грифон. Ну куда ты бежишь, а? Кикимор ты болотный. Навострил лыжи мне тоже здесь. Блин, еще и паладин. Еще и паладин здесь появился, не запылился. Да, паладина, конечно, мы тут бомбим очень долго. Давай, 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 давай. Угу. Все, можно ускоряться, верно? Да. Пробомбили. Ну что, у нас предпоследний здесь этап. Прибавляется лучник, который, в принципе, нам вообще не опасен. Давай попробуем тактически взять. Можно позвать богиню солнца. В принципе, нам ничего не мешает. Так, вышел паладин. Тут же копейщик. Блин, вот не дадут, ребят. Хочешь как лучше, не дадут. Так, ну-ка. Отлично. А теперь я вызову все-таки богиню солнца. Ух, сейчас она будет жарить. Давай, 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 давай. Опа. Всех туда, к стеночке, правильно, так и надо. Ну и чё? И все. Без шансов. Ну и у нас получается сейчас будет последний этап. Епископ.
Ну давай, епископ, так епископ. Будем сейчас его бомбить. Он сидит, копит энергию, я тоже коплю энергию. Я не собираюсь идти на рожон. Так, Палыч, да, вышел? Эх, Ронин, опять ты на сухую собрался. Я вот теперь думаю, а нужна ли мне сейчас ведьма? Ладно, вызовем ее. Так, ведьму вызвали, Ронин. Еле идет. О, явился, не запылился. Давай, 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 армию, армию плоди. Тьфу. Вот и все. Какая злющая эта ведьма, да? По ее физиономии, посмотри, какая она. Ух, блин. Любого съест. Так, а вот и сундучок подданных. Что нам здесь выпадет? Фехтовальщик, лучница и немножко денег. Ничего себе, тут еще территория нежити. Погнали. Значит, здесь голем и банши. Ну, у нас тоже есть голем. А вместо банши у нас будет ниндзя. Так, что такое? Не понял я. А вот и банши, друзья. Нам нужно срочно вызвать ниндзю. Кричит, да? Крикунья. Вот и доралась. Отлично. Ускоряемся, ребят. Ну, конечно, расколбас полный, потому что ниндзя две сзади. Существенно наносит урон. Ему там не было вообще вариантов выжить. А вот это вот хуже. Здесь прыгун. Давай так сделаем. Насколько я помню, он сейчас будет вызывать прыгунов. Хм. Что-то немножко не так как-то пошло. Ладно. Проверим. Горлопанка орет, а? Что-то все не так идет-то как-то. По-моему, крышка. Сейчас мы разнесем замок ему. Угу. Даже вякнуть не успел. Третий этап. Третий этап. Ага, вот здесь уже когтистый. Блин, я как вспомню, когтистый он мощный чувак. Тут даже баллиста может не помочь нам. В первую очередь, наверное, будем баллисту вызывать, да? Потом уже джиггернаута. А успеем ли мы вызвать джиггернаута? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос-то. Так, коллекционер. Угу. Так, замечательно, ребята. Все-таки получилось у нас сделать прорыв. Отлично. Так, джиггернаута еще одного позвали. Сейчас он будет тут контролировать полностью все. Баллисты уже контролируют практически
на дальних подступах. Да ну, тут шансов нет выжить. Плюс три баллисты, они просто будут расстреливать издалека. Без шансов. Так, у нас еще один квест. Одержите победу в битвах на аренах. Предпоследний этап. Предпоследний этап. А энергия? Энергия здесь есть. О, сейчас подумаю, что тут лучше сделать-то. Тут прыгун. Ладно, попробуем. Блин, тут прыгун, тут смотритель, еще не забывай. Как бы вообще не смешно. Нисколечко. Вот. Началось. Видишь, как он наярил, сколько он здоровья снял. Вот делай выводы, насколько он мощный. Этот прыгун, когда он в гневе. Опа! Фью! Это же надо, как повезло. Нам, нас бы мог спокойненько уничтожить прыгун. Но нам помог вот этот вот ползун. И ниндзя успела его забомбить. Да. Так, ну что, у нас последний этап как раз для моего супер-пупер элитного отряда. Где он там у нас? Вот он. Тут у нас старый воин будет, босс. Но я думаю, что он, наверное, не выйдет. Не успеет просто-напросто. Так, ну что, отправляем. Эй, Хронин, ну что же ты? Так, а тут еще и когтистый. Угу. Замечательно. Так, Хронин, выходи. Да все, 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 забомбили замок. Так, больше энергии, к сожалению, у нас нигде не осталось. Банши, замок, деньги. Но у нас остается последняя территория, это захватчики. К сожалению, мы ее не сможем пройти. Потому что нигде нет энергии, друзья. Ну что, тогда, с вашего позволения, извольте откланяться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.